собравшимся сегодня. К нам поступает огромное количество заявок от разного рода добровольцев из разных стран, которые хотели бы приехать в Луганскую Донецкую Народную Республику для того, чтобы участвовать в том, как они считают, освободительном движении. Самое большое количество стран Ближнего Востока, уже более 16 тысяч заявок. И здесь, конечно, мы считаем правильным, положительно отреагируем на запросы, тем более, что эти запросы не за деньги, а по искреннему желанию этих людей. Многих из них мы знаем, они помогали в борьбе с ИГИЛ в самое сложное время, последние 10 лет. Что касается сбора со всего мира наемников и направления их на Украину, мы видим, они не скрывают западные спонсоры Украины, украинского режима, не скрывают этого, они это делают в открытую, пренебрегая всякими нормами международного права. Поэтому если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, ну что же, надо и пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий. Что касается поставки вооружения, тем более западного производства, которое оказалось в руках российской армии, конечно, я поддерживаю возможность передачи их в воинские подразделения Луганской и Донецкой народных республик. Что касается усиления западных рубежей Российской Федерации в связи с теми действиями, которые предпринимают в этом направлении со стороны НАТО, как бы в ответ на то, что они делают, это требует отдельного рассмотрения. Я прошу вас подготовить отдельный доклад и доложить по результатам его обсуждения в ближайшем будущем и примем соответствующее решение. Давайте перейдем к текущему вопросу. К вопросу